Итак, последний бой с Жаром. Первый игрок у нас Финн. И когда начинается бой с ним, Жар получает магический иммунитет. Минус 3, плюс 3, 0 и плюс 6 от Томигана. Это 6 кубиков. Но мы играем с картами эпичных битв, так что вытягиваем. Так, каждый сыщик, кто хочет атаковать в этом раунде, должен сбросить одно оружие или одно заклинание. Так, Финн, у тебя оружия нет, тебе нечего сбрасывать. Зато Отул у нас сбрасывает аж два заклинания, так как разрыв плоти ему не нужен, а притягивание монстра на древнего не действует. Так, кстати, чем мы еще не можем воспользоваться? Нет, это пока что ставим. Так, значит, в этом ходу атакует только Скитс. Хорошо, что у него есть благословление. 6 плюс 5, 11, минус 3, это 8 кубиков. Еще один кубик можем перебросить, это всего 9. Ну, давайте сначала бросим 8. Так, 4 успеха, снимаем 2 жетона и также используем хлыст и перебрасываем на кубик. Так, еще один успех, 1 жетон переворачиваем. Так, теперь очередь атаковать Жара. Если ни у кого нету жетона Жара, первый игрок получает жетон Жара. И жетон первого игрока не передается, пока жетон Жара у него находится. Так, значит, в следующем ходу Финн Эдвардс может атаковать только топором. Так, ну давайте-ка начнем следующий ход. Так, Томиган у нас отходит от Улу. Финну достается топор. Это значит, что в бою теперь у него будет плюс 3. Так как топор держит он обеими руками. Так, и первый игрок. А, первый игрок не передается, так что вытягиваем. Так, любой сыщик, который не бросит хотя бы один успех, сожрет. Хорошо. Так, начинаем с тебя, Финн. Финн бросает 3 кубика. У него есть 2 успеха. Один жетон снимаем, другой передвигаем. Также, так как в конце этого хода его сожрут, он воспользуется всеми своими уликами. Это 3... 6, 9, 12 кубиков. Так, 3, 6, 9, 12 кубиков. Так, сколько у нас успехов? Раз, два, три. Три успеха и один кубик у нас вылетел. Сколько я сказал? 3 или 4, я не помню. 4 было. Давай реверс лежит. Так, 4 успеха снимаем. Один у нас остается, один кубик вылетел, поэтому его перебрасываем. Так, никакого результата. Так, теперь Скитс. Так, Скитс на этот раз будет умнее, и он воспользуется динамитом. Так, динамит. Он дает нам плюс 8. Динамит дает нам плюс 8. Это значит 8
13 минус 3 это 10. 10 кубиков, из которых благодаря хвосту можем перебросить один. Так, 5. Еще 5. А, так, кстати, мы не проверялись на благословление. Давайте-ка проверимся. Так, мы сохраняем благословение. Так, сколько у нас успехов? Так, 5. 9 успехов. 9 успехов. Так, снимаем 4 жетона. И один у нас. Да. 9 успехов, да, снимаем 4 и один половинчатый. И остается всего лишь один жетон. Так, теперь очередь атаковать жара. Ну, жар атакует просто. Финн у нас сожжен. Первым игроком становится Оту. Жетон жара возвращается к нему. Так, ну, улики убирать не будем, так как смысла в этом не вижу. Так, и далее атака. Далее. А, ну и он не успевает вернуть топор, так что. Так, а что мы не обменялись виски? А, хотя смысл. Так, давайте-ка вытянем следующую карту. Так, древний атакует, как обычно. Так. Получаешь жетон. Теперь у тебя только одна рука. Одна рука, значит, ты можешь пользоваться только хлыстом. Хлыст тебе дает только один кубик. Так. Так. Теперь что у нас происходит? Теперь сыщики получают по 2 единицы здоровья и рассудка. Ну, давайте-ка я все-таки поставлю на рассудок. Так. И теперь они атакуют. А, сначала благословление проверим. Так, мы его сохраним. Нет. Выпало за предел. Так, сохраняем. Так, у нас сейчас 5, минус 3, 2, плюс 1. Вот, 3 кубика. Кубика бросаем. Так, есть один успех. Воспользуемся хлыстом, перебросим один кубик. А, подождите. Один кубик перебросим, еще у нас есть 2 кубика за единицу. Так, перебрасываем один кубик. Это у нас 5. Это 2 успеха. Снимаем все жетоны, но теперь у жара физическая сопротивляемость. Так, но у нас осталось 2 кубика. Что мы с ними сделаем? Интересно, они передаются? По-моему, нет. Так, давайте-ка сейчас воспользуемся все-таки этими 2 кубиками. Думаю, что можно. Так, один успех. Один жетон переворачиваем. Теперь воспользуемся всеми уликами. 1, 2, 3, 4, 5. 6 улик. 6. Ой, я как будто вижу. Сейчас будет куча единиц, мы не сможем их перебросить. Так, единичек нету, зато у нас аж 4 успеха. 4 успеха. Снимаем 2 жетона. И этот наш жетон передвигаем. И так как у него есть. А, хотя подождите. Давайте-ка теперь. Так, сыщики, которые хотят атаковать, должны пожертвовать 2 единицами рассудка. Класс. Так, жертвуем 2 единицами рассудка. Но, к сожалению, святой водой воспользоваться не можем, так как у нас
Нет, одной руки можем воспользоваться только хлыстом для переброса, не для атаки. Значит, 5 минус 3, 2 кубика. Перебрасываем один. Так. А, у нас там была четверка, это значит 2 успеха. И еще 2 кубика можем перебросить. А, подождите, мы не проверили на благословление. Так, сохраняем благословение. Еще 2 кубика перебрасываем от Ула. Так, еще 2 успеха снимаем. И теперь атака древнего и скиц сожран. Спасибо за внимание.